Удивительная личность, оставившая яркий след в сфере культуры, Вахтан Кикабидзе, скончался на 85-м году своей жизни. Известный актер, певец и кинорежиссер сыграл десятки ролей в советском и грузинском кино и покорил сердца тысячи зрителей. В 1999 году Вахтан Кикабидзе был в Кызылорде. В золотом фонде нашего телеканала хранятся кадры его выступления. Замерзся рассвет за окошком, и будильник завелся соловьем. Звучала песня, и вином наполнялся бокал. Без книги жить нельзя. Если бы каждый человек занимался своим делом, мир был бы лучше. Эти и многие другие выражения всеми известного актера и певца Вахтанга Кикабидзе стали крылатыми выражениями в народе. За свою карьеру он сыграл множество ролей. Он известен по ролям в фильмах «Не горюй», «Мелодии верийского квартала», «Будь здоров, дорогой» и многие другие. В 70-80-х годах он объездил весь Советский Союз в составе знаменитого группы «Арера» и тогда же сыграл свою легендарную роль в фильме «Мимино», которая стала его звездным часом. Всего в фильмографии Вахтанга Кикабидзе более 20 картин и свыше 30 песен. Это уникальные кадры 1999 года, визит Вахтанга Кикабидзе и ряда других известных звезд эстрады в наш регион. Телеканал «Кызылорда» заснял исторические кадры выступления великого актера и певца советской и грузинской эстрады. Его песни всегда были наполнены особенной грузинской энергией, которая не смогла не оставить след в сердцах миллионов телезрителей. Чито крито, чито маргарита, да. Чито грито, чито маргарита. Что такое чито грито? Птичка, птичка, невилечка. В общем, ничего. Актер родился в 1938 году в Тбилиси. Он рос в творческой семье. Отец был журналистом, а мать – певица. Как рассказывал актер в своих интервью, его отец ушел на фронт, когда ему было 3 года, а после пропал без вести в боях под Керчью. Именно любовь к музыке передалась Кикабидзе от матери, но сам Кикабидзе никогда не мечтал стать певцом. Он очень любил рисовать. Что я никогда не думал петь. Не было у меня такого желания, в смысле мечты такой. Я очень хотел рисовать. И я почему-то так помню, что вот я, когда первый раз музыку услышал, это была Шульженко, Утесов, Бернес. Я так помню. И немного позже Бейбутов. Вообще в Тбилиси их очень любили всех. И всегда об этом говорю, потому что эти песни остались, а то, что сегодня поют, это сегодня, завтра не будет. Вахтан Кикабидзе не только медийная личность, но и любящий отец и дедушка. Он вырастил прекрасную дочь и сына. Стоит отметить, что сын воплотил мечты отца, стал художником, окончил Академию искусств. Он подарил родителям 2 прекрасных внуков. А дочь стала актрисой Тбилисского академического театра. Он был женат 1 раз. Как говорил актер, любовь на всю жизнь. Амина Усенова, Рамазан Джусупбек, Тархан Тохсаид, телеканал «Кызылорда».